Всем привет, попробуем сегодня пройти битву за Аустерлиц двумя генералами. Вот они, Бертье и София. Бертье и кавалерия 4 звезды, мов 1 звезда, София артиллерия 5 звезд и мов 5 звезд. И тем и у того, и у этого пустые, ничего на них не надето. Играем так вот. Потихонечку, не спеша, входя сразу на 5 звезд. Пока что получалось. Попробуем сейчас бить при Аустерлице. Это одна из сложнейших кампаний, на мой взгляд, для начала игры. Была бы на другой кампании, можно было бы понять, но тут как-то она сложновата для кампании, которая открыта с самого начала игры. Так, что ж, начнем. У нас австралийцы здесь, то есть австрийцы. Нам, похоже, не очень доверяют. Обычно очень быстро, чтобы защитить города, которые французы хотят захватить. Занимаю их сам, но австрийцы сразу становятся врагами. Ну, иногда изредка бывает, что не становится врагами долго. Моя стратегия такая, с раскачанием города. Шалулану наносим только артиллерийский урон, так как у него есть этот масфайр. Так, заранее сохраняюсь и захочу их один поворот. Пока нормально. Здесь сохраняюсь. И захвачу их вот. Хорошо, нейтральные пока не стали.
играть без интернета.
Так вот. За 13 ходов прошли 12 лиц.